Хай, желаю успеха тебе, Макс, ехал. Так. Сейчас буду для занятий палочки подпиливать. То есть, вот я играю такими палочками, ну, она будет уже новую покупать. Так. Начинающий вырубающий ищет группу, часть седьмая. Вот, в прошлом выпуске я показывал свое занятие какого-то там 21 января. Вот, как я дома занимаюсь. Соседи, конечно, дико смотрят, ну, то их не проблемы, они привыкли жить в тиши, совки, блин, конченые. Вот, ну, я не совок, вот, и жить как старый пердун не собираюсь. Тишине. Пускай их пиздуют на фазенду и живут там в пригороде где-нибудь там, слушать птичек, петухов всяких. А это город. Мегаполис, Харьков. Мутагенный. Как его там, что-то там такое. Короче. Вот, значит, сейчас будем это дело все. Сейчас буду поставлю этот самый. Поставлю. Вот это вот, как его, тиски эти маленькие, палочку туда всуну и пилой порежу. А потом наждаком зачищу. Так, как бы это нам все определить, а? Чтобы было, так сказать, видно. Сейчас вот так сделаем. Вот. Вот так вот. Ну, начинаем. Кусочки ставим. Вот. Чем я эти тиски покупала, вот зачем, оказывается. Вот, ну это, в принципе, нормальная будет палочка. А вот эти надо подпилить. Так, подпилить, подпилить, надо так подпилить, чтобы было удобно. Так, как же он подпилить, а вот так она как-то. О. Закрепим. Вот так вот раз. И сейчас будем пилить. Это не то. Вот, берем пилу. Пилу вот такую. Опа. Вот пила. И вот так вот. Так, где у нас тут размерчик? Вот, и вот так вот мы сейчас подпилим. Да, лучше. Все, падла.
она есть. Вот так вот. Потом вот ножичком. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Вот. Так в домашних условиях можно сделать себе инструмент для тренировок, для улучшения навыков игры, так сказать. Вот. 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 Вот одна, так сказать, есть уже. Одна пара есть. Лучше заниматься подметаном, конечно. Я там кое-что придумал. В восьмой части покажу. Ну не знаю. По-моему, хреновая идея. Так, сейчас мы вот эту палочку еще подпилим. Супер-пупер. О, сейчас мы это, значит, тогда под эту сделаем, а это вот. Нет, точнее, вот это под эту, а это под эту. Вот, сейчас мы. Вот это особо сильно и не разгонишься. Эти тиски до одного места, бля. Я вообще не столяр какой-нибудь, так что извиняйте, если что не так делаю. Не по нормам. Конечно, деньги на палочку, но это надо иметь. Или самому делать. Херня какая-то. Подпилка это. Легче, блин. Наверное, попробую сейчас вот так сломать и все нахер. Не научиться голову. Можно и так, в принципе. Еще только что придумал новый способ, как можно. Раз и все. И наждаком просто. Закруглите все. И не парить мозги. Вам и себе. Правильно, чуваки, а? Вот. Тут палки. Денег кучу стоят. Да какие деньги можно... Дисков себе накупить, блин. Я ж аудиофил, люблю слушать музыку, трахать девок красивых. Вот. А на них деньги нужны. А палочки как бы немножко стоят на другом месте. Ничего, раскрутимся. Будут деньги на палочки и на все остальное. На все остальное так есть. На палочке нужны деньги, да. На все остальное так есть. На палочке нужны деньги, да. О! А что
я не женат, и мне как бы нету никаких обязательств. Что хочу, то и делаю. Моя половая жизнь — это мое личное дело. Домой никого не вожу, хожу в гости. Блин, а что за фигня? Вот. Так, вот так вот сделаем. О. Сейчас мы наметим. О! Получается все. Опа, готово. Вот. Ну вот. Теперь есть чем заниматься. Вот. Пилу спрячем, жарно не нужно. Тиски тоже нахер не нужны уже. Честно говоря, вот это когда скотчем замотано, очень плохо для вот я мозоль натер вчера. Вчера я играл, под диск поставил Терио, Сириус Б, и под него занимался. И понатирал себе мозоль на то. Так что вот эту херню лучше убрать. Это я палки взял, там нашел как бы. Это вот не мои палки, тут какая-то надпись там. Нахера их скотчем заматывать, дебилы какие-то, блин. Скотчем заматывать надо там, где сломалось, а нахера тут было заматывать. Что так будет дубать, что, блин. Ну, короче, понял. Вот так вот. Конечно, лучше иметь деньги на все. На палочки. И все будет отлично. Ну, вот, сейчас покажу вам. Покажу, как вот заниматься. Как я занимаюсь, например, вот. Ну, я одной рукой буду просто как бы показывать. Ну вот, типа такого. То есть я придумал пэд свой, то есть вот взял эту самую тоже вот. Ту самую эту ДСП, ДВП, что там. Можно так вот, ну так соседи начинают стену стучать. Вот оно. Видите, отскок есть. Отскок есть. Главное, чтобы отскок был. Видите? Главное, чтобы отскок был. Ну, вот так я и занимаюсь. Конечно, лучше барабанную установку. Но она денег стоит. Тоже заработать на нее надо. Ну вот. Все, пока-пока, чуваки. В следующей серии покажу что-нибудь еще интересненькое. Как я, например, за барабанной установкой занимаюсь. Вот. Это будет часть 8. А это часть 7.